Всем привет! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. Сегодня я вам предложу квартиру 3 плюс 1 с двумя санузлами, с гардеробной, с видом на море в новом комплексе, газифицированном в районе Теджи. Искан у дома получен, в комплексе есть бассейн, генератор, парковки, зона барбекю. Вот такой вот комплекс, поэтому ставим лайк и смотрим квартиру. Поехали! Это наш подъезд, 4 квартиры на этаже, 2 лифта, 2 лестницы. Люди постоянно проживают. Имеется газификация. У данной квартиры 2 входа, своя отдельная такая прихожая, отдельно закрывающаяся на замок. Можно много всего интересного поставить. Обувь, шкафы, чемоданы, то есть то, что дома быть не должно. Сам вход в квартиру. Красивая дверь. Зона прихожей. В прихожей у нас большой встроенный шкаф. Кухня-гостиная, единая зона. В жилой зоне ламинат, имеются батареи, французский балкон и территория нашего комплекса. Давайте посмотрим. Спортивные площадки, бассейн, зона барбекю, имеется вид на море. Ориентация квартиры юг, запад и север, на 3 стороны дома. Зона кухни. Хорошая, большая, светлая, современная. Имеется техника, вытяжка, духовка и плита. Место под всю технику, много мест для хранения, шкафчики с доводчиками, каменная столешница, над раковиной окно с видом на сады и на горы. Выход на террасу. Терраса большая, остекленная, без рамного остекления. Эти стекла собираются и превращаются в открытое пространство. Отличное место для столовой, а для обеденного стола и стульев. Очень хорошо зонировано пространство. Зал отдельно, кухня отдельно, столовая отдельно. Посмотрим санузлы и спальни. Общий санузел. Место под стиральную машину, раковина и душ. Вот такой вот красивый в восточном стиле. Спальня детская. Тоже хорошего размера для нового дома. Вторая детская спальня. Здесь у нас много света. Батареи, естественно, в каждой комнате. Двойные стеклопакеты. Хорошая фурнитура, хорошая отделка, просторная квартира. Родительская спальня имеет полноценный санузел с раковиной, полотенцесушителем, унитазом и душем.
и гардеробной комнатой, обыгранным пожарным выходом. Выход на пожарную лестницу. В родительской спальне также имеется хорошего размера балкон. Хорошая чистая квартира, состояние заходи, ставь мебель, живи. Отличный бриз в квартире, отличные виды, отличное качество, супер планировка. И я думаю, что вы это оцените, напишите свои комментарии. Все технические характеристики традиционно оставляю внизу в описании в инфобоксе под видео. Заходите, открывайте, смотрите. Другие актуальные предложения можно посмотреть на нашем веб-сайте. Адрес появляется где-то на экране. И подписывайтесь на телеграм-канал. Там мы выставляем новые предложения, которые поступают в продажу. Люблю, ценю и жду в Мерсине. Увидимся!